Праздник детства прошел в Нарьян-Маре в Международный день защиты детей. Сотрудники Дворца культуры Арктика для юных жителей окружной столицы организовали развлекательную программу, подготовив игровые и танцевальные площадки. Разнообразные мастер-классы, контактный зоопарк, ходули, танцы и многое другое ожидало как детей, так и взрослых в стенах Дворца культуры Арктика. Такие развлечения пришлись по душе каждому. Потому что там есть животные, там интересно на первом этаже. Много там можно сделать, порисовать. Мне это все нравится. Праздник хороший, несмотря на погоду. Всякие развлечения для маленьких детей. Мастер-классы. Племяннице больше понравились батуты. А тебе? А мне больше там, где активные игры. Ну, например, вот там ходули были. Помимо развлекательных программ, были еще и оздоровительные. Взрослым и детям предлагалось примерить очки-симуляторы алкогольного опьянения, попробовать свои силы на спортивных площадках, проверить показатели здоровья. А для самых маленьких работал детский театр «Здоровейкин». Нужно охранять здоровье детей в первую очередь, потому что это наше будущее, это наше наследие, да, и начинать это нужно с детского возраста. И цель наших площадок, да, подсказать родителям, какие должны быть основы здорового образа жизни, какое должно быть питание. Мы сегодня, кстати, с участием волонтеров распространяем очень много информационных материалов, в которых содержится полезная информация. Приглашаем еще дополнительно к нам в Центр здоровья для получения консультаций. То есть все направлено на охрану здоровья детей. Проверить знания правил дорожного движения, правильно совершить маневр на самокате, а также одеть на манекена защиту предлагала лаборатория безопасности. Возможность посвятить один день, да, детям, то есть безопасности детей на дороге. То есть родители с удовольствием детей приводят и вместе решают задачи. А в завершении праздника состоялся ежегодный благотворительный концерт «Взрослые и дети». Все вырученные средства от продажи будут направлены на оказание помощи семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».